на новобойцу КРЛ. Ты знаешь, что означает приставка кун к имени? Ну гей, типа. Типа кун. Вот, поэтому пикай его нахуй. Виталий Кун, ты тут? Давайте, проверяйте бафы, пишите, кому чего не хватает. Меня слышно? 53, даже Дессер зашел. Слышно. Это кулак, локал. Ну, смотри, я сейчас по РК даже смотрю, тут, ну, прям веселая гера соберется, смотри. Давайте, чек на пол, пишите, кому чего не хватает. Лапу, друиды. Каску пятом локовским, либо магом. Покупайте фласки, сука, геи, уроды, блядь. Не только фласки, блин. Эндриага, ты готов? Ва. Эндриага, сова. Кирилла, дай денег. Мне на фласки не хватает. Короче, я запустил, независимо от совы, вставайте все на место. Звездочку, рейд. Можете вообще стать. Нахуй вы становитесь там? Можете на край тупо стать. И потом даже перебегать не надо никуда. Встаньте все, пожалуйста, вот сюда, в звезду, назад. Отойдите, ребята. Господи, ну это не сложно. Тоже спуститесь не надо. Дима, а как называется песня Ибрагим? Я ее не могу в интернете найти. На Мустафа Ибрагим надо вводить. Мустафа, Мустафа. А, что знакомая песня? Сука, тут даже перевод есть. 5 секунд до пула приготовились. Тут даже клип есть. Кинь ссылочку. Дайте ему лечо. Только не говори, что ты раньше не видел. Пойдите в другом канале, ее послушайте. Пляскинь, надо. Ты прочитай. Чума, 2 секунды. Чорнер, чума, фалипал. А ты думаешь, 5 минут, Джейми, оставь мне слот, пожалуйста. Можешь на 10 походить. Сова, сова. У целых 2 чумы вынесли. Прицел пишет, что баба лутанула скакуна из сумки за 10 гер и сервак упал. Не, ну шутка Виталика была поярче, чем прицела. По поводу. Чума, а, не поздно уже. Ну что, типа, яйц, то у тебя типа крепкий и сервер не выдержал. Понятное дело. ТП, вы стоите на платформе и пытаетесь дать ДПС, но это не нужно делать, зайдите нахуй на место. Прошу вас. Сейчас шар убьет ШП. Если кто-то из вас улетит, я начислю ДП вам. Тем, кто улетит, независимо от того, кто шар поймал. Потом напишет ему в ПМ, типа, Ромочки, сними ГП, и он снимет ГП. Друиды, дайте иннер шаману. Все за спину к боссу в звезду. Давайте рост. Теперь их надо было дать. Даю стан первый, бейте валик. РДД и хилы, выходите из-под валькир. Зачем вы под ними продолжаете стоять?
Осквернение 3 секунды, рейндж. Да, ты не можешь портал поставить и нормально стоять с локами? Зачем ты под боссом стоишь? Все, пожалуйста, внутри металлического круга набираем рейндж друг за другом. Лича в центр. В моей команде все разбегаемся внутри металлического круга, милики тоже. На счет 3 расходимся. 1, 2, 3. Вышли все внутри круга. Бьем валик. Так одна в небе. Они в обе в небе зачем-то. Бьем валькир. Давайте трусы что-нибудь сделайте с трусами. Блин, я один лагаю. Давайте, лича на краю держим, не веди никуда. Вернение, 3 секунды рейндж наберите быстрее. 2 секунды рейндж все набрали, шаман. Все к личу подходим и бьем лича. А че вы там сидите? Один как псина лагаю, вонючая, или все лагаю? Да все лагают. Лагают все. Нормально. Пока ты. Шары бьем, быстрее шар впереди убиваем. Духа все бьем, захиливаем цель сейчас лича. Второй раз, по-моему, тогда тоже за. Давайте уходим все на противоположную сторону, за личом прячемся. Быстрее, быстрее убежали, никого ближе звездочки нету к духам. Хант, подальше уходи, Хант. Ты умрешь сейчас. К личу ближе иди. Ребята, ну вы видите, что духи тут спускаются. Нахуй вы в них бежите? Вы что, конченые дебилы? Как назвать вас, я не знаю. Осквернение, маг. Вышли с лужи. Вырос. Погиб. Шаман, не захил. Зачем ты хилил? Надо было каст сбивать. У тебя же есть сбивание каста. Я не успел в комнате, умер до комнаты. А. Тебя типа твои коллеги не захили? Ну, типа, да. Базе, бери или че? Дайте БР, я на платформе. Ты зачем ты нам можешь? Ага, ну. Я отошел от компа, короче, сейчас скоро приду. Сейчас, короче, глору упадет, а вагон бомж заберет, блядь. Из моих слуг пали под вашим натиском, сгорели в пламени вашей
ярости. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а сирот падет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Бывает, но здесь или что? Да. Но меняешь же кого-то, Рома. Роман. Он же отошел. Ушел. Куда он, блядь? Решится ушел. Не ебай ему. Да, конечно, блядь. Пока он тёлки на трусы и туфли не постирает, он не пойдет. Пошел нахуй. Фома, ты будешь по КД собирать или с нуля? Ну, да сейчас посмотрим. Ромашка. А я думаю, надо делать? Собирать по КД, убить его за 40 минут. Ксюша. Рома. За 40... Рома. Да. Рома. Как зовут твою девушку? Ксюша. Классное имя. Меня-то, конечно, кошек звали всю жизнь. Но вообще, а фамилия как, если не секрет? Но я не хочу ее ВКонтакте найти, мне фамилия интересна. Типа русская или не русская? Китаянка. НПМ мне напиши, потому что эти дебилы ничего в жизни не понимают, как бы. Они сразу гуглить начнут. Вот, блять, я сразу прочитал Януковича, потом я понял. Яночкина же, верно? Иси, по-моему. А, не, русская. Не, ну тебе с ней сложно, наверное, да? Ни одного завоевателя за рейд. Пиздец. Маг, откройте порт, Галаран. Чисто 40 тел в РК. Здравствуйте, Сергей. Вообще как бы смущает происхождение русских фамилий, да, вот эти, ну, окончания на, ин, типа, которые подтверждают право, просто право собственности на рабов. Есть порт маги? Где, бля, гуделочка? Гуделочка? Есть. Вот сейчас зайду на ЭП. А куда тебе надо? Ну, я в Долоране. А тебе я... откуда, куда? Я тоже на Аташа зайду, пойду. Че вы там собираете? Рейд без лохов. Да, я пошел афкашить. Че, не афкашился еще что? Да, не знаю. Привет. Пойду пирожков наверну. Привет. Пирог, пирог вкусный, привет. Ваня. Рома тут? Тут. Рома, пожалуйста, ДЦ или ШП. Сейчас, подождите. Ходи, наверное, лучше магом. Рома тут? Да я нормально ШП надамажу. Рома, а можно мне этим роговый? Войд, 4 КГС. Войд, зайди, пожалуйста, тем, кем ты вчера собирал, дай мне пати. Сейчас, подожди, подам людям.
Короче, смотри, а, бля, ты я ревнул, мне тоже ебать. Ты хочешь пойти на вот это говно, что ли? Ну да, я только ради него, блядь, пришел. В смысле? Да иди ты. Ровно, если там будешь играть, там доцента обязательно. Да, короче, мы сейчас соберем, за час его захуярим, и в 8 я еще один рейд соберу с нуля. Не, ну просто не надо, соберешь, без этого потом умираем. Потом обосрешься, блядь, и потом хуй ты куда пойдешь. Если мне не веришь, то свои спроси. Чё ты это жопу?